Здравствуйте, вы ко мне на фейсбилдинг-то? Хорошо, тогда присаживайтесь на кушеточку, да, я давайте вам сейчас помогу, ладно? Так вот, немножечко, так, косточки хрустят у вас, да? Ну, не переживайте, да, вы только расслабьтесь, да, но ненадолго, потому что у меня следующий клиент здесь на эпиляцию, хорошо? И, пожалуйста, не разворачивайтесь личиком к кушеточке. Там могли остаться волосики предыдущего клиента, ладно? Вы не переживайте, все ваши морщиночки мы постараемся разгладить, да? Я смотрю, у вас везде такие глубокие впадины, да, на личике у вас. Но не переживайте, это все, конечно же, исправимо. Массажиком тут не обойтись, естественно, придется колоть ботокс. Ну и да, потом мы с вами поговорим за отдельную платку, да, а пока просто сделаем вид, что у вас все хорошо, ладно? Итак, что же нам нужно для начала, да? Сначала мы должны разогреть нашу кожицу, да, чтобы она была такой пластичной, как пластилинчик. Для этого мы возьмем что? Конечно же, вот такой вот разогревающий крем. Кремчик такой разогревающий, вот. Он как раз кровь прильет, да, к вашему личику. Он как раз вот румянец появится, молодежный такой, молодежный. Вот. И вы станете моложе, ну хотя бы на годик, понимаете? Ну что ж, давайте нанесем вот такой вот кремушек, да. Вы не переживайте, если будет щипать, если начнутся ожоги, мы постараемся вызвать вам скорую, хорошо? Ну что ж, давайте свое личико. У вас такое личико, знаете, какое? Оно такое, как блин, оно кругленькое, да? Но я просто знаю строение лица, форму какую. У меня просто овал, он идеальный. А у вас такое оно кругленькое, как блинчик сальный. Ну, не переживайте, это норма, конечно же. Все люди не одинаковые, правильно, конечно же. Так что все будет хорошо. Главное, не волноваться, естественно. Так, вот здесь проработаем под глазиками. Обязательно проработаем. Чтоб печет немножко, да, уже начинает приливать хорошо. Что прям жжет сильно, да. Ну давайте я вам сейчас немножечко это подую, чтобы немножко у вас выветрилось вот это вот пекло, да. Хорошо. Такую возьмем вот штучку, да. Что уже невозможно жжет, давайте подую. Так хорошо, так лучше. Нормально так, хорошо? Не помогает? Давайте посильнее сделаем. Смотрю, у вас уже такой вид немножко болезненный. У вас ожоги начались, да, на лице, я смотрю. Такие немножко уже, знаете, язвочки появляются. Но не переживайте, мы их сейчас разгладим массажным маслечком. Если прям совсем плохо станет, тогда уже это орите хорошо. Ну что, нанесем вот такой вот маслечко вам, да. Потому что мы разогрели этот блинчик, да, нам осталось его помять, чтобы он стал овальчиком немножко, да, потому что у вас брыльки под глазками, да, у вас это вот здесь вот брылечки, смотрю. Тройной подбородочек. Давайте под глазюлечками сделаем. Так вот, очень нежненько, аккуратненько. Тут надо немножечко надавить и вот так вот надавить. Так, на точечке G такие, знаете, что
чтобы у нас лимфа, она ушла к височку, да. И чтобы все ваши вот эти вот морщинки, они все к виску убрались, как лифтинг эффект, да. Хорошо. Так, помассируем вот эту вот межбровку вашу. Там просто, знаете, там уже настолько глубокая вот эта вот морщинка, знаете, вот когда водопадики вот так вот соединяются, там дно такое вот, туда грязька попадает, там вообще невозможно добраться до нее. Сейчас, секундочку. Мы сейчас это все промнем, конечно же. Пробочки промнем ваши. Промнем пробочки. И височки, височки сделаем, височечки. Височечки, конечно же. Так вот помассируем височечки. Понимаете, вот нам, вам нужно уже, знаете, такой вот ватной палочкой, вот, вот этой, в эти морщинки вот так вот чистить их, там уже грязька. Давайте щечки ваши розовые помнем немножечко. Хорошо, вот так вот помнем. Губочки вот так вот сделайте, губочки вот так. Мы их тоже помнем, чтобы они не были такими тоненькими, чтобы немножко, знаете, тоже кровушка пролилась к ним. Делайте вот так. Как раз. Так вот. Вот так вот, знаете, чтобы у вас это губочки такие немножко пью были. Ну, чтобы их видно было. Потому что, ну, ниточки их надо как-то немножечко раскрыть, да, правильно. То как вы вообще разговариваете, я не понимаю, да. Вот вы говорите какую-то фразу, а я вот не могу немножко разобрать. Брылечки поднимем, вот эти вот, вот здесь у вас висят брылечки, вот здесь вот у вас висят брылечки, сделаем, да, вот так вот поднятие их, поднятие, помассажируем брылечки, подбородочек, 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 немножечко подбородочек поднимем, немножечко совсем подбородочек ваш. Смотрите, у вас там три подбородочка, да, я могу как убрать, могу один убрать по одной цене, либо три по цене двух, как хотите. Три по цене двух, наверное, выгоднее, правильно, конечно же. Давайте сделаем вот так вот, вот так вот. Подбородочек, да, давайте подбородочек немножечко, немножечко вот так вот, чтобы было такой естественный, да, как у меня, конечно же. Молодец. Так, ну я смотрю, вам совсем плохо, да, после того кремика. Давайте мы тогда просто прикроем полотенчиком немножко, чтобы стихло вот это вот огонь, вот этот пожар, хорошо? Вот так вот полотенчиком, ладно? Так вот закроем вас, да, немножечко. Вам очень идет, кстати, розовый цвет, да? Он очень подчеркивает ваше покраснение на лице. Вы можете, знаете, и по городу так ходить, кепочку надели, полотенчика на лицо, и никто не видит, что вы там какая-то не такая, да. И с муженьком можно ходить так. Очень вам идет розовый цвет, конечно, очень. Ну что, распарили личико? Хорошо, дорогая. Ну что ж, приступим к следующему, да, этапику. Сейчас возьмем вот такой вот мусик, да. Он для личика отлично, хорошо помогает, успокоит нашу кожицу, да, сделает мягкой, естественной. Немножко жиденькая, но думаю, ничего страшного, ладно. Нежненькое личико получится. Такой вот, знаете, блинчик такой будет хорошенький у вас. Кругленькое личико, это не приговор, конечно же. Так что не переживайте. Все будет хорошо.
идем, давайте помассируем носогубку. Надо немножечко надавить, вот так вот надавить на носогубочку, вот так вот ее промять, надавить и промять. Не против, я залезу к вам в ротик, надо через внутрь, понимаете, вот так вот через внутрь немножечко промассировать. Хорошо, давайте промассируем. Давайте, открывайте ротик, открывайте. Опачки, промассируем, да. Че, горько, да? Но это просто это после пеночки. Думаю, ничего страшного-то. Потерпеть можно ради красоты, конечно. Так вот прям его промассируем. Давайте другую стороночку сделаем. Промассируем, да. Что, тошнит немножечко, тошнит. Но не волнуйтесь, это норма, это хорошо. Потому что все шлаки выходят у вас изо рта. Так что не переживайте. Все промассировали. Ну что ж, дорогая, осталось нам немножечко, да, вот эти вот гусиные лапочки, да, немножечко промассировать. Хорошо, сделаем. Давайте промассируем гусиные лапочки, давай. Так вот промассируем. Тоже надавливающими движеницами. А знаете что? Я возьму специальный скрабик такой, да, такой скребочек. Он как раз отлично уберет вот эти ваши все гусиные лапочки, хорошо. Такой вот у меня скрабичек, да, гуаша. Он отлично все разгладит вам, давайте. И носогубочки разгладит. Эти вот обязательно сделаем гусиные лапочки. Вам, смотрю, вам бы носик сделать, конечно. Носик мы помассируем, потому что он широкий, он к вашему круглому лицу не очень гармонично смотрится. Да, вам бы, конечно, поуже. Вы ко мне записываетесь на это, на косметологию? Я пока учусь, конечно. Ну, можно, знаете, как моделькой быть. Тоже помассируем носичек ваш. Так вот все промассируем. Так вот, по бровке пойдем. От носика к глазику по бровке. Носик, глазик по бровке. Так вот. Ага, и давайте в другую сторону. Вот так вот. Носик, глазки по бровке. Вам бы сделать, конечно, потому что ну такие тоненькие ниточки, они теряются на фоне вашего личика кругленького. Да, хорошо сделаем. А пробочки, я смотрю, вы не щипаете, вы вообще за собой не ухаживаете, да, так это? Или любите естественность, да? Но естественность, она тоже, знаете, понятие относительности, то есть когда можно, когда нельзя, но вот вам, наверное, нельзя все-таки. Ну что ж, давайте промокнем ваше личико, да, вот так вот немножечко уберем кремичек, кремичек с глазиков там тоже вот так подотрем, да, да, носичек тоже прижмякаем. Давайте приступим к шеечке, потому что на нее тяжело немножко смотреть, там вот эти вот, знаете, прям ореольчики такие круглые, да. Ну я-то себе еще сделаю, не переживайте, а вот вам нужно уже скорее. Сделаем, да, вот так вот. Да, с вами. Вот так вот. Шеечку вам немножко вытянем, да, будете такой лебедушкой. Такой стройненькой, тоненькой шеечкой. Правильно? Конечно. Чего ходить коротышкой? Чего ходить, да? Я не говорю про вас, конечно. Вы прекрасно выглядите для своего возраста. Ну, просто вот так кто-то же так ходит. Давайте помассируем плечики, немножечко плечики помассируем. Вот эту вот точечку задействуем. Давайте, давайте задействуем эту точечку. Тоже надо проминать, прожимать.
вспоминать, прожимать. Сейчас все про мне, вы не переживайте. Давайте вот это плечико тоже. Да, чтобы у нас так раскрылось, да, тут тоже про мне вам, конечно же. Я смотрю, у вас плечики такие, да, как у пловца. Но все люди разные, конечно. Есть, знаете, с маленькими, аккуратненькими плечиками, да, вот ключицами такими, как у меня. Тоненькими, нежненькими. У вас, конечно, плечики побольше. Работы мне, конечно, побольше. Но это и хорошо, правильно. Спортом занимались, да, плавали где-то. Ну, спина широкая просто. Давайте вот эти зоночки тоже еще промнем, хорошо, так вот, тоже. Замечательно. Что у вас даже эта косточка, я смотрю, даже не прочувствуется, да? Но у вас такая кожа, видимо, хорошая, толстенькая. Не могу никак прощупать косточку. Видимо, она где-то там глубоко сидит, конечно же. Сейчас промнем вот эти вот места. Сейчас. Давайте, давайте. Хорошо. Ой, такая вы хорошенькая, конечно. Такая красивенькая. Теперь на вас очень приятно смотреть. У вас немножко потянулось лицо. Да, очень удивительная, конечно, с такими красивыми глазками. Поражаюсь. Ну, еще бы реснички вам сделать, тогда бы вообще цены не было, да, потому что все-таки вот эти залысинки между ресничками, они немножечко, да, просаживают взгляд. Но я думаю, ничего страшного, мы все наверстаем. Вы у меня абонемент купите в салон красоты Светлана, да, чтобы каждый день что-то себе делать. В общем, целую тебя, дорогая, приходи ко мне еще, сделаем еще много-много всего. Массаж тельца тоже сделаем. Счастливой тебе, удачи, целую.